В Чебоксарах продолжает расширяться сеть «Бизнес-окон». Услуги для предпринимателей с сегодняшнего дня начнут предоставлять и в МФЦ на улице Ленинградской. В многофункциональном центре предпринимателям предлагают порядка 100 услуг. Сюда могут обратиться те, кто желает открыть или же расширить свой бизнес. Будет более обширное консультирование. Наряду с обязательными государственными и муниципальными услугами будут присутствовать услуги коммерческого плана. Не секрет, что предприниматель, когда строит какой-то объект, небольшой там дом, нежилое здание, сталкивается с проблемой подключения к воде, газу, к электричеству. Это так называемые ресурсы снабжающей организации. Услуги их у нас также будут представлены. Сегодня уже заключен договор с водоканалом. В столичных МФЦ работает уже 10 специализированных окон. Предприниматели говорят, что такие сервисы позволяют экономить время. В перспективе специалисты многофункциональных центров начнут предоставлять услуги по экспертизе, юридическому сопровождению и страхованию имущества.